За штурвалом самолета может оказаться нетрезвый пилот. Росавиация составила список пилотов и стюардесс, которых отстранили от работы за употребление алкоголя на предполетном досмотре. В него вошли сотрудники крупных российских авиалиний, таких как «Ютейр», «Сибирь», «Трансаэро» и некоторые другие, которые совершают перелет в Красноярск и из Красноярска. В черном списке Росавиации оказались полсотни авиаперсонала. Из них около 20 капитанов воздушных судов и вторых пилотов, а также 30 проводников и бортовых механиков. В авиакомпании «Трансаэро», например, нам пояснили, что все три сотрудника, которые были внесены в список, больше у них не работают. Весь перечень уволенных за пьянство поименно опубликован на сайте Росавиации. Делается это для того, чтобы потенциальный работодатель мог проверить причину увольнения своего будущего сотрудника с предыдущего места работы.